перинатальном центре имени профессора Апостола проходит финал турнира по акушерскому делу. Эта компетенция впервые выделена отдельно в медицинском разделе национального чемпионата «Профессионалы 2023». Финальные этапы других направлений пройдут в Санкт-Петербурге, а на акушерское дело в Хабаровск прилетело 7 сильнейших участников со всей России. Наш регион представляет одна хабаровчанка, студентка медколледжа. Как это происходит, расскажет Марианна Гейт. Вот здесь головка. Подождите, как интересно. Я никогда в такой роли еще не была. Там здесь головку можно нащупать. Девочки вот нащупывают там и положение, и позицию можно определить. Я уверена, что наш зритель впервые присутствует на таком турнире. Это чемпионат по акушерскому делу. Это финальная компетенция национального всероссийского чемпионата «Профессионалы 2023». Именно это направление проходит в Хабаровске в перинатальном центре. Там ребеночек. Да. Пупс? Ну да, куколка. У нас два модуля сегодня. Модуль ФАП – это организация амбулаторно-поликлинической помощи в сфере акушерства. И модуль стационар. Я лежу в стационаре. У меня повышенное артериальное давление. А можно посмотреть, как это выглядит? Там прикрыто все у меня. Вот видите. А это никак не достать, да? Нет, там специальный такой животик. Но за определенное количество времени необходимо выполнить все задания, которые поставлены для участника. Здесь вырабатывается не только выполнение собственного алгоритма, но и оценка идет коммуникативных навыков. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? У меня начало повышаться давление последние недели. И у меня очень сильно болят ноги, трудно ходить, они прям как трубы. Подготавливаю термометр, тонометр, сухая салфетка стерильная. Пока все верно идет. Идеально, мне кажется. Молодец. На модуле ФАП, значит, участники будут ставить женщину на учет. Здесь они будут брать кровь из вены, брать мазки. Подождите, Лия, нам сказали, что будут реальные люди, а здесь мы сейчас видим пластиковые симуляторы. Да, действительно, будут реальные люди. Участник будет укладывать статиста на кресло, то есть выполняя при этом различные манипуляции и помощь женщине, и одевание бахил. Ну, соответственно, анализ, мазок, это же не этично. Конечно же, будем брать все с манекена. Так это еще и на время? Да. Дается 2 часа, мы написали заранее план. На план дается 30 минут. Вроде бы должно быть все стандартно, а она берет и говорит тебе, что у нее. Что, да, что по легенде статиста, она может спокойно сказать, что у нее артериальное давление не 120, а 150. Моя цель, пока я тут сижу, это чтобы участники, которые уже прошли, не начали рассказывать участникам, которые еще не ходили. Вы ухо этих соревнований. Да. Как оказались вы здесь участницами? Откуда вы рассказываете? Ну, я из Волгоградской области, победила в региональном этапе. Меня пригласили сюда. Да, я Чермашова Мадина из медицинского колледжа Хабаровского. Я из республики Татарстан. Я из республики Саха-Якутия. Была на отборочном. На отборочном туре было человек 10. Все хабаровские, да? Хабаровский край. Да. У нас, как обычно, 3 места. Первое, второе, третье. Посмотрим по результатам баллов. Победителя, конечно же, ждет стажировка в перинатальном центре своего региона. А мы результаты когда узнаем, девчат? Неизвестно, 25-м, может, узнаем. Через месяц, никто не знает. Отлично. Но в любом случае мы за тебя болеем. Спасибо. Марианна Гейт, Ольга Власова, смотри Хабаровск.